А губернатор Виктор Толоконский специально обратился к жителям края с призывом беречь природу от огня и относиться к ней как можно бережнее. Особенно в наступающие праздничные дни, ведь почти половина красноярцев поедет за город. А во многих районах края погода будет сухой и ветреной. Вероятность лесных и степных пожаров остается очень высокой. Губернатор просит соблюдать все правила противопожарной безопасности, находясь на природе, во дворах и на приусадебных участках. И просит сделать так, чтобы праздники не обернулись бедой. Я принял очень жесткие меры по усилению работы и службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Работают добровольцы. Каждый день мы тушим пожары, которые в это время возникают. Но без поддержки общества, без сознания всеми нами, что это наша общая задача, нам не обойтись.